Открытие фонтанов после зимней спячки в нашем городе приурочено к майским праздникам. Жители города Ольга и Евгений очень ждали этого события. Мне нравятся фонтаны, мне очень нравятся скульптуры. Тем более в жаркое время, летом, фонтаны просто незаменимы. Освежают, настроение улучшают. Очень красивые композиции в плане архитектуры. Именно эта скульптура, она олицетворяет счастье молодых и удовольствие граждан. Поэтому я, например, за и всем желаю всех благ. За зимний период фонтаны приводили в порядок, удалили загрязнения и слили старую воду. На данный момент в городе запущен фонтан в виде шара на улице Михалевича и фонтан на пересечении улицы Михалевича и Гурьева. В этом году намечена крупная реставрация фонтана на улице Левашова. На нем изменят подсветку и полностью поменяют насосное оборудование. Всего же в городе в ближайшее время запустят еще 7 фонтанов. Андрей Пластунов, Антон Карташов, Дмитрий Курунов и Ольга Захваткина для программы «Городские вести».